Hello guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названием Соль и Святилище. Так, запись идет, все, можно начинать, поехали. Короче, мы убили с вами еще одну бусину. После убийства этой бусины мы можем с вами расслабиться. Ведь, во-первых, мы открыли с вами короткий проход здесь. По сути, я должен чему-то научить. Так, стоять. А кто... С той стороны тоже, по идее, лестница была? Да. Так, там у нас с правой стороны закрыто, но я хотя там могу где-то лазить. Так, подохло. Так, ветрь. Здесь мне уже не подняться. Идем тогда на ту сторону. В принципе, босс был, ну, не скажу, что сложный. Это новые, да, враги? А, ну-ка, бестиарий. Мертвокрыл. Платный стражник. Шепчущий. Он у нас был не шепчущий. Опа, стоять. Нетронутый инквизитор. Алластард источник. Так, истинный жрец света, голос ее голос. Ее голоса. Нетронутый инквизитор. Этот святой. Так, этот святой узрел грех в том, что когда-то звались куполом света. И тех, кто был во грехе, он принес в жертву, чтобы. И тронутые могли процветать. Первым агнцем был его конкурент Конгрицайц. Вторым Лейна, освещающая из купола света. А третьим ее любимая зверушка. Киноа. Довольно легкий был. Шепчущая. Бывшая певчая из хора купола света. Ставшая первым агнцем тронца инквизитора. Когда тот очистил купол от греха. Да, все это, короче. Вот, смотрите, видите? По идее, мне должны дать еще какое-то проклятие. Так, хилы. Так, ну я вижу, во-первых, духов, которые ко мне идут. Они там сидят. А что, в них картоху кинуть? Так, давайте, короче, сделаю так. Долю беру. Нечестно. Их двое. Их было двое. Их было двое. Один мне втихаря в спину бил. Точно. Купить предмет. Куплю еще два колокольчика. На оставшиеся куплю. Ага, так. Тогда купить предметы. Хотите сказать, все равно я им не пользуюсь, да? Зачем оно мне надо? Да, пускай будет. Все, бежим. Ау, я тут оказался. А хотя, ладно. С другой стороны, было бы все равно дольше идти. Черт, это плохо. Потому что певуча. Давайте я попробую все-таки зелиться. Так, зелье прорицателя позволяет увидеть вещи слишком потусторонние. Теперь я вас понял. Пипец.
Чё он такой жесткий? Жесть. А что с моим мечом не так? Да нормально. Нормально у меня с мечом. А чё он тогда может? А не, мне не вниз нужно. Тихо. А, вниз он спускается. Я понял. Колокольчик. Юзаем. Отправляемся. Так, ты. Купить предмет. Колокольчики. Два колокольчика. Так, отлично. Готово. Теперь делаем соляной. 5 на 21. Я... Это по 500 дает. Эта же сумка дает по 800. Повысить уровень, да, повысить уровень. Сделать подношение. Поставить сюда... Не, путешественника херо будет идея. Древом. Так, мне нужно еще 2 уровня хотя бы, чтобы был бонус от моего меча. Чтобы был бы бонус от моего меча, мне нужно немного прокачаться. Как-то так. Давайте, я хочу на нее посмотреть. Не, она так выглядит. Не, рыцарь все-таки не на один раз был. Что мне делать? Ай-яй. Тихо, тихо. Тихо. Куда ты прыгаешь? Тихо. Это было хорошо. Это было идеально. Так, а теперь вопрос, куда эта херь поднимает. Поехали. Так, здесь еще не был. Скажу так. Скажу так, как есть. Хотя... Даже если я вру. А... Отлично. Что, народ, изи ваншот? Откуда я знал? Откуда я мог знать? Теперь буду знать. Будет ли мне легче, если я здесь начну подниматься? Так, ладно. Если я хочу достать, нужно быть немного быстрее. Чтобы достать, нужно быть немножечко быстрее. Туда тоже как бы не вариант мне идти. А, здесь нету прохода, отлично. Великолепно.
Просто отлично. Минус соль, ребят, просто минус. О, до свидания. Ты шо? Подлюка. Я не думал, что он за мной пойдет. Ты дикий. Так, прах. Ну хорошо, допустим, там у нас наверху рыцарь. То есть мне нужно осветить меч перед тем, как заходить, да? Но я понял, что это та способность его будет мне ваншотить. Это просто замечательно. Короче, делаем еще один раз. Если я сдыхаю, то мы туда больше не идем. Так, сразу. И поехали. Поехали, поехали, поехали. Третий агнец. Это виверна, типа. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Тихо, вставай, 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 пожалуйста. Бей. Отлично, отлично, бей еще. Нормально. Так, бей. Ух. Тварина. Тварина. Просто у... Это жопа. Привет. Воздух здесь такой неподвижный. Что-то при... Так, что-то привело меня к этому куполу. Знать бы только что. Здесь не... здесь так одиноко. Я мечтаю о друге, но боюсь и оттолкнусь от себя тех, кого любила. Скажи, ты слышал о ярком свете? Нет. Раз так, позволь, я тебе расскажу. Яркий свет иногда описывают как кристаллизованные дорожки лунного света. Он идет только тем... Так, он видит только тем, кто носит клеймо яркого света, и только они могут его коснуться. Ты хочешь получить это клеймо? Ну да. Так и я и думал. Все очень просто. Прими это клеймо. Nice, ребят. Вы понимаете, что это значит? Теперь у меня клеймо света, значит, я могу по этой хере ходить. Замечу. Второй момент. Мы делаем так. Вы скажете, а нахера я это делаю, если там был, скорее всего, проход к чекпоинту? Мы сейчас здесь отхилимся, повысим свой уровень. Повышаем свой уровень. Так, древе навыков. Древе. И еще нужно на единицу мне... Так. На единицу нужно увеличить. Все. Отлично. Либо.
Так, ну сила 40. Так, стоять. Теперь мне урон увеличился. Да, отлично. Теперь почти под сотку. Что мы делаем? 40 силы пускай будет. Качаем теперь либо волю, либо выносливость. Я, конечно, за волю. Повышаем уровень. Так, не хватает, ладно, сделать древо-древо. И здесь нам нужно выносливость стоять. Атака. Атака, атака. Выносливость — это грузоподъемность. Это будет у нас концентрация и энергия. Нам, ой, пипец там. Что-то она, мне кажется, скупо добавляет. Ну ладно, не в этом суть. Главное. Первое. То, что мы убили того, кого я хотел убить. У нас дохерища золота. Если вдруг мы умрем, я потрачу его на колокольчики, а некоторые в основном... А ну. Да. Урона 80, но не убиваю. Так, первое. Посмотреть, что вот это делает теперь. Чего? Не аж клейму, разве нет? Так. Рвотник. Так, где мой босс? Третий агнец. Тени соломленной и сквозная рыбина. Так, неутроднутого инквизитора. Жалкая тень своей былой славы. Когда-то она была благородной ипогрифом, гордостью своей госпожи. И у нее было свое имя. Однако инквизитор узрел во всем этом грехи. Так, грехи, искупление которых требовало принести Агнца и все ее радости в жертву. А почему я не могу их видеть? Только я могу типа их увидеть, если сейчас заюзу этот. А, плевать. И все. Так, почему я решил все-таки открыть эту херь? А потому что мне было сказано, что у меня есть... Так, твердость света. Слово силы заключается в клейме, дает власть над материей. При ношении клейма света факелы позволяют делать... Клейма света факела позволяет делать глубокую магическую энергию осязаемой. Носящий клеймо может использовать... Ага, вот так, да, значит? То есть без факела... Перушки, да? Кажись на то. Так, заряженное кольцо. А, заряженное кольцо, хорошо. Вот. Повышит показатель магии. Магию я не юзаю, поэтому... Так, ну факел, в принципе, можно и один иметь, как я вижу. Так, поехали. Так, назад, отступаю. Отлично. Без угрызений совести его убиваю. Первое, что я делаю. Поднимаемся наверх. И я пытаюсь грохнуть рыцаря. Чик, выпиваем и погнали. Так. Допустим. Куда-то меня привело, а никуда.
Поэтому у нас два варианта. Первое, мы идем наверх. И второй, мы идем с вами вниз, в самый низ. Там, где мы свечу зажигали. Юзаем факел. Блин, жалко, что я не могу сразу использовать. Ну, типа, ходить там. А только когда факел заюзан. Это херово. Это херово. Это значит, нужно его будет постоянно поджигать. Ну, а не, смотрите, он не вечный. Мне получается, факел еще нужно будет покупать. Ай-яй. Я думал, он вечный. Яр там. Ладно, в принципе, они очень долгие. А, и все, да? Так вот. Так, извини. Это я не соглашался. На это я уже делаю... Где это вообще? Так, отстань. Я знаю, что вы любители подраться. Вопрос заключается в том, где я. А, все, я нашел святилище, отлично. Так, хорошо, допустим, древо. Я восстановился, считайте. Погнали. О, тихо, у меня есть то, что мне нужно. Повысить уровень, да. 9000. Ну, если смотреть, что у меня уже 55-й. Так, древо навиков. Почему я щит не могу носить? Второго класса. Оно не прокачано, оказывается. Оказывается, он не прокачан. Так, ну, замечу, весит он одинаково. Вот это дает хуже. Он только защищает от тьмы и все такое, значит, он мне не нужен. Так, древо навыков. Выносливость, да, вкачаем тогда? Да-да, я думаю, лучше выносливость скачивать. Выносливость мне просто даст больше возможностей. Факела можно у тебя купить, ТП? Пока не ушел. Купить предметы. Факела. Да, пускай десятку куплю. Сундук соли. Сундук с... Так, соли. Море приживется не солью. Так, он намного дороже выходит. Можешь купить один. Мешочки соли, да, докупить. Хотя можно этих купить. Хотя нахер они нужны, они хилят дерьмово. А что можно купить тогда? Свинцовые пули. Ладно. Одну эту куплю. И на остальную докуплю... Чего? Колокольчиков. Не уверен, что они мне уже пригодятся. Хотя, кто знает, что нас ждет впереди. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Типа, короче, если я не успеваю отхилиться за какой-то промежуток времени, то... ГГ, да? Моим жизненным силам. Ой. А, и он встал. Да все равно его сильнее. Так, поехали. Поехали, поехали. Здорово.
Короче, как-то так. Я тебя понял, приятель. Да, приятель. Прикольный ты. Ага. Охерительный. Там я слышал, кто... А, это эти. Так, ну вы мне уже не страшны, я вас уже видел, я вас уже встречал. То, что рыцарь был, это да. Что-то новенькое. Так. Жемчужина. Падаю, умираю. Какие-то пирамиды майя, что ли. Главное, чтобы там босса не было. Пожалуйста, что было бы обычное? А я могу выше залезть. Первый вопрос у меня будет заключаться. Ты что, бесконечная? Нет. Да. Вот так быстрее будет. Окей. Будем считать, что там босс внутри. Круто, тень. А, то есть... Да, только так попасть можно. Надеюсь, все. Что это за дерьмо было? Да я вообще иду, не пойму. Это то место я помню. Это место я помню. Ой, нафиг туда идти прямо. Давайте кор... Если вдруг что, юзаю колокольчик. Дальний берег. Опа. Зашибись. Так, повысить уровень. А мне не хватает. Нормально, сейчас все сделаем. Все будет изи. Мешочек. Блин. Так, повысить уровень. Да, повысить. Так, древо навыков. Переносимый вес. Качать. Так, во-первых, что это за херь? Куда мне это приведет? Давайте просто я сейчас иду прямо. Так как времени у нас нету, я заюзу колокол. При встрече хоть как хоть одного врага. О? Ну,
Ну, все так, короче, додумалось. Ладно, короче. Сколько мне оно? Сколько мне так заберут? 336, нормально. Короче, в следующей серии я сразу дойду до той же опять пирамиды. Ну, зайду уже на этот раз в пирамиду, потому что это... Я потратил сколько времени, чтобы на нее залезть. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.